Сахалин подхватывает всероссийскую тенденцию. В регионе пробуют развивать баскетбольное двоеборье. Для этого в областной столице прошел первый фиджитал-турнир. Соревнования организовали в рамках детского оздоровительного лагеря «Восток». Участвовали в нем 8 команд. Тему продолжит мой коллега. Пусть игра виртуальная, но эмоции от нее самые настоящие. Каждый заброшенный мяч на вес золота. Станет ли он последним, не знает никто. Времени здесь в обрез. Матч, в отличие от паркетного баскетбола, занимает не четверти, а минуты. Их всего 7. Сначала ребята играют на консолях в игру NBA 2K. Конечный счет, который зафиксирован на консоли, переносится на площадку. И с этого счета они продолжают играть живой баскетбол. Путь к финалу пролегал из игр в группах. В каждой было по 4 команды. Из них в плей-офф выходили только 2. Возрастом мы не ограничивались на данном этапе, потому что, ну, на самом деле, может быть и правильно, цифровая часть она такая. То есть молодежь, которая поменьше, может такой задел сделать в цифровой части, что потом тяжело будет физически догнать. Здесь представлен Южно-Сахалинск в основном, и есть дети из Александра-Сахалинского, которые тоже в рамках Сириуса здесь занимаются. Финал получил драматическую развязку. Ребята в оранжевых манишках создали небольшой задел на приставке. Развивать преимущество они продолжили и на паркете. На первых же секундах счет стал 23-19. Камбэк не выглядел реалистичным до последней минуты. Тогда посыпались нарушения. Лучше их реализовывали соперники в темном. Судьбу всего турнира решали уже в серии дополнительных бросков. Без помарок их исполнили баскетболисты в черной форме. Было волнение, несыгранность какая-то. Но в конце собрались и выиграли. Последняя игра была самой сложной. Прошлые игры давались легко, мы выиграли плюс 20, плюс 30. Баскетбольное двоеборье – одна из самых молодых дисциплин во всероссийском реестре видов спорта. Она появилась только в феврале. Несмотря на это, уже в текущем году намерены провести чемпионаты Кубок страны. Где турниры состоятся, еще только предстоит определить. Влад Французов, Алексей Вершинский, Андрей Лангерман. Солнце ТВ.